Йоу, всем привет, дорогие друзья, с вами Хоккейдо, и добро пожаловать на сервер Юди Ролплей. Я очень рад вас всех видеть, и я очень рад тому факту, что эти эпизоды вернулись, и Юди Ролплей возвращается на мой канал. Я надеюсь, что вы все невероятно рады, не забудьте нажмякнуть на лайк, и мы посмотрим, как сегодняшний день вообще у нас пойдет. Я сегодня зацепил новых шмоточек, и сейчас меня должен встретить мой замечательный друг, который теперь имеет собственный автомобиль, поэтому мы его подождем. Где-нибудь здесь. Я надеюсь, что он подъедет в ближайшее время. Что-то он задерживается как-то. О, это, наверное, он. Найс. Эй, йоу, чувак, здорово! Здорово, друзья. Классные у тебя колеса. Блин. Это все мое. Все твое? Я не помню, чтобы у тебя была машина. Ну здорово, здорово. Правда, тут царапина что-то сзади слева. Блин, классно. Я знаю. Но только ты не завидуй. Я люблю, когда меня завидуют. Блин, чувак, классная тачка. Это 18-й диаметр? Это... Охренительно. Ладно, погнали. У нас еще есть дела. Знаешь что, добрось куда меня куда до 24/7, если тебе бензин сейчас не нужен. Хотя знаешь что, давай заедем на заправку, если там никого нет, то мы поедем 24/7 в Сэнди Шорс, вот что. Боюсь, что у меня не очень, нет денег на бензин. Ничего, братишка, я все думаю, в порядке. Я думаю, что лучше их потратить на еду. Не-не, все нормально, я тебя подкину, у меня бабки есть, я только с работы вышел и еще здесь шмоток закупил. Я с собой просто забыл взять. А, я понял. Слушай, а разве у твоего бати не была такая же машина? Да ладно, что там батя-то, а? А я такую же просто купил? Ну, яблоко от яблони далеко не падает. Ха-ха-ха. Хорошая шутка, чувак. Вон там заправка справа есть. Айда на нее. Я тебе дам бабла на бензин. Йоу. Давай, сейчас заправим. Чувак, ты мне скажи, как там будет полный бак? Да, в принципе, хватит уже. Окей. Я пойду оставлю деньги здесь. Хорошо, я тебя подожду. Блин, тут закрыто. Слушай, значит, мы бензин на халяву получили. Погнали отсюда быстрее, раз никого нет. Вообще ништяк, просто огонь. Знаешь что, я сейчас еще и в канистру налью. На халяву же, правильно? Ну... Тебе пригодится, братишка, я оставлю тебя канистру. Все, погнали в 24/7. Раз у нас теперь есть бабки на то, чтобы похавать, мы сейчас возьмем пивка и пойдем похаваем. Смотри, как гони. Слушай, нормально. Втопи. Че ты сышься? Че-то она не быстро едет. Воу, чувак, йоу! Это было круто. Да, все нормально. Блин, я тоже хочу колеса. Слушай, а откуда у тебя права вообще? Тебе же 18 даже нет. Да у меня знакомый есть, мы там все с ним порешали. А, я тебя понял. Нормально. Воу, чувак, а это, по-моему, не очень законно, но это круто было. Главное, быстрее доехать. Ну да, чё, но я не особо спешу, хотя знаешь что, втопи еще раз. Йо, здесь могут быть копы, кстати, поаккуратнее. Йоу! О май бог. Ты как вообще, братишка? Да, нормально все. Нормально? Чё с машиной?
Блин, тот чувак уезжает. Вот говнюк. Может, чёрт. Догоним его? Блин, погнали, догоним его. Давай, 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 запрыгивай в машину. Веди это говно. Поехали за ним. Этот ублюдок от нас просто так не уедет. Я уверен, что эта тачка много стоила. Давай, давай, втапливай. Хрен с ним с 24 на 7. Мы сейчас как надаем ему по морде, чтобы знал, что нельзя так ездить. Ты ему вообще права давал. Вон налево повернул. Давай, давай. О, черт, там менты сзади. Вот он, вот он. Давай, давай, прям перед ним. И тормози, тормози его. Не впились еще раз, главное. О, черт, за нами сзади легавые. Блин, это говно не хочет останавливаться. Давай, давай, тормози. Ёб твою мать, он опять в нас пилился. Эй, ты, ублюдок. Иди сюда. Ты чё творишь, а? Чё ты сделал, а? Эй, куда, куда? Эй, стой. Офицер. Офицер, догоните. Офицер, догоните. Он въехал в нашу машину. Посмотрите, что он сделал с ней. Мы пытались его догнать и остановить, чтобы хотя бы просто поговорить, но он свалил от нас. И сейчас он тоже опять уезжает. Так, мой сотрудник за ним сейчас выйдет. Так, господа, но я хочу вас вынужден задержать, потому что я видел, вы нарушали все правила дорожного движения. Коллега, сейчас, минутку. О мой бог! Ох, ё-моё! Твою-то мать, а трафик сегодня просто дикий. Офицер, что за беспредел в городе у вас? Братишка, братишка, давай быстрее запрыгивай в машину, мы из этого дерьма просто так не уйдем. Так, господа, газу, газу, господа, газу, куда, отсюда, куда, погнали, куда, погнали, куда, газу, куда? Давай, жми стоять, на эту гребаную гашетку. Направо давай. Черт, они прям за нами едут, я не могу ничего с этим сделать. Блин, чувак, что делать? Блин, братан, я, честно говоря, не знаю даже. Давай остановимся, ладно, давай остановимся, потому что, блин... Что делать? Мы сдаемся, мы сдаемся. Все, 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 все. Выйти из машины. Выйти из машины и поднять руки. Все, 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 спокойнее, спокойнее. Лицом к машине. Хорошо. Пройдите в полицейскую машину. Вас блин, здорово, проедусь на заднем сиденье. Офицер, а что со мной будет? И сейчас мы выясним, кто был виноват, кто сидел за рулем данного автомобиля. А что происходит? Тот дебил сам в нас пилился. И он уехал еще с места ДТП, мы пытались его догнать. А потом вы приехали и сказали, что будете нас задерживать. Я не знаю смысла нас задерживать, если реальные преступники остаются на свободе. Это машина моего отца. Мои сотрудники ищут данный автомобиль. Черт. А вы, я не знаю, зачем сели в автомобиль после совершенного ДТП и уехали. Вот это я не могу понять. Да, вы можете это объяснить? Он мне сам сказал, садись в машину, быстро сейчас уедем от легавых, но не уехали. А ты что, простите, будет? Кто сказал? Ну вот тот, который в той соседней машине сидит. А вон тот, вы его не знаете, что ли? Я знаю, просто не хочу называть его имени. А мы с ним давно знакомы. Грубо говоря, в той полицейской машине сидит водитель задержанного автомобиля. Правильно? Я не могу вам этого сказать. Если он сам в этом признается, то ладно, я не буду его сдавать. Так, давайте еще раз. Немало чепуху. Кто сидел за рулем этого автомобиля? Ну он сидел.
Офицер, здравствуйте еще раз. Кто сидел за рулем? Он сознался? Интересно, конечно, ничего не могу сказать. Ну, я все понимаю. В общем, товарищ водитель, вы задерживаетесь по подозрению... Блин, а почему я... То, что вы скрылись с места ДТП, не остановились по просьбе полицейского. А если даже автомобиль не ваш, мы вынуждены пока что вашего пассажира отпустить, и чтобы он уехал за вашими родителями, то бишь отцом, то есть хозяином автомобиля. Они батю хотят увидеть. Хорошо, хорошо будет, батя. Все нормально. Машину скоро заберут и отвезут в наш департамент. Там мы... То есть отец сможет забрать и автомобиль, и если что... Ну, выясним, что будем делать. Штраф? Почему только офицера слышу? Это странно очень, на самом деле. Блин, мне как-то вот не дополнилось так, некоторые вещи. Возите его, я скоро приеду. Офицера, куда вы меня увозите? То что, простите? Куда вы меня увозите? Я вас никуда не отвожу. Так как вы были всего лишь пассажиром, мне ничего не остается, как вас отпустить. Но вашего водителя мы вынуждены оставить у себя в участке. У нас нет связи с его родителями, а вы, наверное, знаете. Можете вызвать отца или мать, кого угодно, кто умеет. Да я в жизни не видел его батю, на самом деле. И мать его тоже не видел ни разу. Мы так просто иногда пересекаемся, но знакомы давно, я уже говорил об этом. А у него что, мобильника нет, что ли? Да, мобильник, он сказал, разрядился. Сказали, что мобильник разрядился, поэтому сейчас связаться не с кем. Ну попробуйте от прикуривателя зарядить. У меня всегда зарядник в машине был. Там точно есть номер бати. Ну, мы попробуем, но мы не имеем права пользоваться чужим оборудованием. Ну так дайте ему, я не знаю просто, как связать. Я могу взять его мобильник. Окей. Сейчас посмотрим, где там телефон. А вот он в бардачке лежит. Это даже немножечко процентов зарядки есть. Он вроде даже заряжен немного. Да? Оп, это было... Да. А, сэр, я все, конечно, понимаю. Господь, да, эти кнопки, сори. Я не знаю, что происходит. А, собственно... А, сэр, у вас инсульт был только что? Тряхануло немного. Я все понимаю, нормально. Прикуриватель засовывали зарядку, и вас шарахнуло током. Я понимаю, да, понимаю. Там 12 вольт по телу, так что прошла. У меня еще металлическая цепь на поясе, поэтому, наверное, через нее электричество прошло. Ну ладно, я сейчас наберу его, бать. Да, конечно. Ну, сейчас приедут наши сотрудники, заберут автомобиль на штрафстоянку. Окей. Где там телефон? Мобайл. Нет. Телефон. Мобайл. Что-то там должно быть. У меня где-то была еще одна кепочка в машине. Еще одна кепочка. Вот она. Окей. Муви. Блин. Хрен с ней, с анимацией, на самом деле. Ну так, позвоним, бать. У нас есть Bluetooth. Ну а что, в ухе где-нибудь... Алло, да. Да, я звоню с его телефона, но я не ваш сын. Я его друг, да. Он попал в аварию, и сейчас он находится в полицейском участке. Вы не переживайте, они ждут вас в Сэнди Шорс. Да, он сюда забрался. Нет, не могу ему передать, к сожалению, эту информацию. Он в полицейском участке, я даже не знаю, это даже не близко, наверное, где-то здесь. Вот, но они сказали, что вы можете забрать машину из сына. Да.
Ну, я не знаю, честно, я не видел, что произошло. Да, до свидания. Вот, офицер, вот телефон. Это, да, отдадите, наверное, ему. И я свободен теперь? Что-то с голосом у меня не то. Хорошо, я вызову такси. Офицер? Я вас слушаю. Но это было просто прощание. Я не знаю, так в фильмах делают. Это вроде как круто. What the fuck? Окей, видимо, мне придется побыть его батей ненадолго. Господь всемогущий, что ты сделал с моей... Что этот дебил сделал с моей машиной? Мать твою! Нет. Это была моя малышка. А теперь ей очень-очень плохо. Чтоб тебя. Сэр, я вас прошу отойти от машины. Да это моя машина, офицер. Я понимаю, но она стоит на штрафстоянке. Если это ваша машина... Если это моя машина, что? Это уже машиной сложно назвать. Вы посмотрите на количество царапин. Посмотрите, как пот весь помят. Бампера просто нет уже. Его под замену точно. Его не выпрямишь уже. Сэр, отойдите от машины и пройдемте за мной. Посмотрите на моего сына, недомерка. Я прошу не выражаться при мне. Зачем вы управляли? Ну и чё, дебил? Кто это сделал? Простите. А? Стоп. Ты идиот, скажи мне, пожалуйста. Не, офицер, не встревайте, так, пожалуйста. Стоп, это мой сын, в конце концов. Я понимаю, но кто вы? Вы можете... А, батя? Я отец вы вот этого вот дебила. Сэр, я вас сейчас ударю, если вы не прекратите выражаться. Да что? Он не выражался. Успокойся. Ну и что мы будем это делать? Ваш сын, да? Да. Так, ну, во-первых, ваш сын... Я знаете что, я, наверное, откажусь от отцовства вот ближайшие минут 20, наверное. Будешь жить на улице, понял меня? Так, давайте ваши семейные разборки вне полицейского... Пожалуйста, ваши... Заткнись. Ваши разборки вы будете делать вне полицейского участка. Давайте все-таки разберемся. Ваш сын ездил без прав категории ученик и, в общем, нарушал правила дорожного движения, ездил по встречке, ее поцарапал машину, скрылся с места с ДТП. Категорически. Ну, очевидно, этот идиот вообще за рулем в принципе не был ни разу в своей жизни. Как он вообще ее завел, я даже без понятия. Где ты ключи взял? Да как ты, как обычно, оставил их в прихожей? Блять. Не, ну ты нормальный, скажи мне, пожалуйста. Да че, я ничего плохого не сделал. Я тебя отправлю в армию, понял меня? Будешь служить на благо страны, отрабатывать все то, что ты сделал. Офицер, я дойду ненадолго покурить. Пойдемся. Офицер, вы можете его посадить? К сожалению, не смогу. Ему нет 21 года, я как понял. Боюсь, суды против него бессильны. Максимум, что можем сделать, это ограничиться штрафом. Он нас 18 сажает. Ну ладно, хрен с ним. Ему и 18 нет. Думаю, это может быть в других странах, а у нас это 20. А, я понял. Короче, я не знаю, делайте с ним что хотите, да? Давайте мне ключи от машины, я плевать хотел на этого идиота, честно говоря. Это давно уже назревало. Я знал, что он в итоге сделает какую-нибудь херню, и он ее сегодня сделал. Я 15 лет работал на наш новый дом и нашу новую машину. И я еще и тебя кормил.
Ты, кстати, неплохо одет, а? Знаешь, на чьи бабки ты неплохо одет? Ты забыл уже об этом? Да ладно, батя, успокойся, я просто решил чуть-чуть покататься на твоей машине. Здорово, докатался, блядь. Ну, боюсь, вам не скоро снова придется сесть за руль, так что держись от этого занятия в следующий раз. Так, ну а что с вами? Машину, конечно, мы вам отдадим после уплаты штрафа. Так, пройдите за стойку. А как... какой штраф? Ну, во-первых, ваш сын скрылся с места преступления, точнее, не преступления, а с места ДТП. А, как я говорил, что он не хотел остановиться по требованию полицейского. А, черт. Ну что, страховка, конечно, если она у вас есть. Кстати, она у вас есть? Да, да, у меня все документы на машину с собой. И еще, кстати, там регистрация в самой машине лежит, если этот дебил ее куда-нибудь не выкинул, подумав, что это, блин, мусор. Мне притащить ее? Не, не надо, конечно, не надо. По пробелю. По нашим компьютерам у вас все чисто. Так, в общем, где-то обойдется $2500. О мой бог! 2500. 2500. Ты это слышал? $2500! Да успокойся, успокойся, мы сможем погасить все, тебе все потом отдам. Мы ничего не сможем погасить, ты понял? Я оплачу этот штраф. Если вы хотите, я оплачу этот штраф, но ты вернешь мне все эти бабки, а еще заплатишь за ремонт в итоге. Ты меня понял? Ты меня понял? У тебя же страховка. Какая мать твою страховка? Ты понимаешь, что так у меня теперь тебя будет хреновая страховочная история просто из-за того, что ты разбил эту машину? И мне больше никогда и нигде точно в ближайшее время не дадут новую страховку, а продлить ее тем более. И если они признают то, что виноват в аварии был ты, то страховка здесь точно не поможет. И я не знаю, но мне кажется, что эта циферка понемножечку переваливает за $5000. И проблема в том, что я такие количества денег в свободном доступе не имею. И тебе, сука, придется идти на стройку, я не знаю, рыть котлованы, убирать туалеты, что угодно, но ты заработаешь и притащишь мне эти деньги. Ты меня понял? Хорошо, я не слышу. Хорошо, я все понял. Я замечательно. Я понял. Где подписать, офицер? Да, сейчас. Протокол. Держите. Угу. Мы свободны? Да, конечно. Не обязательно его забирать? Ну, это уже ваше решение, конечно же. Знаешь что, такси себя вызовешь, и я тебя в эту машину больше не пущу. Да, и ключи бы тоже мне не помешали на самом деле. Держите. Угу, благодарю. Сегодня я в 9, сопровожу их до машины. Чтобы ты был дома, понял? Плевать как. Гребаный ублюдок. А, офицер. Я вас слушаю. Еще кое-что. С ним был какой-то друг. Не в курсе, что это за человек был? Офицер его отпустил. Я понял. Ладно, спасибо. Нужно собрать все по частям. Я не понимаю. Гребаный дебил. Просто слов нет. Пусть отсиживается в полицейском департаменте, если его к 9 дома не будет, он может просто домой не возвращаться.
Что ж, друзья, я надеюсь, что вам этот эпизод понравился. Если это так, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Прям вот нажмите на лайк. Ну что, вам жалко, что ли? Я не понимаю. Мы вернули охренительный Юди Ролплей на канал, а вам и лайк жалко. Я не понимаю. Как так? Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь. Жмякайте на колокольчик, да. И, кстати, если хотите поиграть на нашем сервере, потому что людей немножечко не хватает, надо бы добрать еще, чтобы записывать более веселые эпизоды и сделать классный реальный сервер и сообщество. Вы можете этому помочь, просто подав заявку по ссылке в описании, и увидимся с вами завтра. Пока-пока, ребятки. А, кстати, чуть не забыл. У нас есть охренительный плейлист, кстати, вот с Юди Ролплеем, да? Вы можете его тоже на канале посмотреть, если вам этот эпизод понравился. Вы хотите посмотреть другие эпизоды, но они все есть на канале. Вот так вот просто. Да, что-то много рекламы под конец, но, знаете, рекламы много не бывает.